Что надо сделать для того, чтобы выиграть в большой игре? Учиться у Мао Цзэдуна настоящим образом. Всю эту схему взять и повторить. Для того, чтобы повторить, вообще большого ума не надо. Делай, как он. И будешь, в конце концов, там, к 44-му году, даже пораньше, будешь так же замечательно, понимаешь ли, наверху всей этой глобалистской схемы. Они все делают для того, чтобы этот разрыв с Западом произошел. Почему? Тогда это закон мироздания. Тогда неизвестно почему чудесным образом произойдет этот проворот в пользу, понимаешь, России, если она займет это место. А она его никак не хочет занимать. Почему деньги называются американские доллары? И все эти люди, которые, понимаешь, чего-то там решают, говорят про какой-то патриотизм, а они в чем исчисляют богатство свое? В долларах. И эти доллары – нули. И эти нули – это учетные записи на банковских там счетах. И если их зачеркнут, то я разорен. И это заставляет их смотреть на Запад. И это заставляет искать у Запада, понимаешь ли, какое-то сочувствие. Это рассказы о том, что надо улучшить отношения с Западом. Не надо! И планировщик делает, чтобы вы не делали этого. Вот вам чего? Этот договор про какие-то ракеты. Вот мы его будем сохранять. Не надо! Не надо! Вам специально говорят, вот ведь разойдитесь с Западом. Не воюйте с ним. Уберите противоборство. Но точно разойдитесь с ним концептуально. Займите собственную позицию. Независимость, самостоятельность, опор на собственные силы. А эти собственные силы, это концептуальность, она есть, не политика. А Арматов, Сарматов, значит, Кинжалов, Авангардов, Посейдонов хватит. Для того, чтобы, понимаешь ли, эту самую самость охранять. Делайте все, что делал Мао Цзэдун, и будет победа. Третьей Орде быть? Быть. Третьей Орде быть. И не потому, что кто-то там умный или глупый. Потому, что это закон мироздания.